То, что 73% поляков пришли на выборы для того, чтобы отдать свой голос за ту или иную партию, говорит о том, что гражданское население обеспокоено общественной, политической ситуацией и хочет изменений. То, что правящая партия, которая долгое время лидировала, доминировала, «Право и справедливость» заняла только 36% и почти что равная долю голосов с гражданской платформой, говорит о том, что ее позиции значительно ослабились и возможны альтернативы. Коррупционные скандалы и визовые скандалы, конечно же, значительно пошатнули вот это сильное положение, которое они занимали. Что касается политики по отношению к Беларуси, России, любая партия будет поддерживать ту же самую политику, враждебную по отношению к России. Отношение по отношению к Беларуси будет такое же напряженное, которое и было. И мне очень нравится сравнение, которое используется, что несмотря на результаты выборов, Польша будет использоваться Западом как цепной пес, который будет натравливаться на русского медведя.